Так, сегодня у нас 10 сентября. Ищем место для съемок, и вот это уже более-менее что-то подходящее. Вот здесь как раз можно поснимать. Вот, но есть, конечно, тоже свалочка небольшая относительно того, что я видел там на Ковыльной. Но, в принципе, можно здесь поснимать места такие. Сейчас подальше пройдем еще, посмотрим. Вот тут еще такие вот озера. Как вот говорят, здесь должны были быть очистные. То есть уже вон сваи развалились, раньше здесь была крыша. Вот. Даже немного может опасно здесь находиться.